Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я научу вас вязать начальный ряд изделия с утолщенным краем. Я уверена, что многие вязальщицы, даже очень-очень у которых есть опыт, не все знают о таком начальном ряде с утолщенным краем. Итак, дорогие мои, когда же мы будем использовать? Используем такой вот начальный ряд. Такой начальный ряд мы используем для вязания платьев, чтобы начальный ряд, вот кайма была очень красивая, она в то же время толстенькая и ажурненькая, и для юбочек хорошо. И даже я вот шапочки детские вязала, тоже начальный ряд такой я вязала. И для носочков, но особенно для платьев, для кофт и для юбочек. Что же мы делаем и как же мы вяжем такой начальный ряд? Итак, берем ниточки. Так, ну вот мы, я буду вам показывать просто образец, а вы уже будете, когда вязать, допустим, платье или юбку, вы будете высчитывать, сколько вам нужно петелечек. Вот свяжите образец, а потом посчитаете, сколько вам нужно здесь вот для юбочки. Итак, ну вот я беру, берете ниточку, так, вот она ниточка, вот она. И эту ниточку мы складываем вдвое с рабочей ниточкой. И теперь... Вот у нас получается, здесь две ниточки, а здесь одна ниточка. Вяжем таким образом две и одна начальный ряд. Ну, начальный ряд обыкновенно вяжем начальный ряд, как всегда он вяжется. Итак, ну, допустим, мы свяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, я думаю, хватит. Слишком много не будем вязать, и так будет видно этот начальный ряд. Итак, вот мы у нас здесь, вот здесь у нас начальный ряд мы связали. Теперь мы вынимаем вот эту вот, как всегда, одну спицу. Теперь переворачиваем. Это получается у нас изнаночная сторона. Так вот, с изнаночной стороны мы не этой ниточкой двойной вяжем, а вяжем рабочей ниточкой, которая ниточка идет от клубочка. Что мы делаем? Первую петелечку мы снимаем, как всегда. Вот, снимаем. А дальше мы вяжем так. Набираем накид и провязываем, как вам показать. Так, набираем накид и провязываем две петелечки вместе одной. Поняли? Накид, две петелечки вместе одной провязываем изнаночной петлей. Накид, две петелечки провязываем изнаночной петлей. Из двух делаем одну. Накид, две провязываем вместе изнаночной, одну петлю делаем. Накид, вы поняли? Накид, две изнаночных вместе. Накид, две изнаночных вместе. Накид, две изнаночных вместе. Дорогие мои, вы поняли? С обратной стороны, с изнаночного ряда мы вяжем. Накид, две вместе изнаночных, изнаночной. Вот накид, две вместе изнаночной, провязываем вместе. Изнаночный накид, две вместе изнаночной. Так, теперь у нас получается вот что. Теперь мы связали этот изнаночный ряд, переворачиваем. Дальше у нас идет это лицевая сторона. Смотрите уже, что у нас получилось. Видите? Вот у нас получилось... Вот такие вот уже ажурчики. Что мы делаем дальше? Дальше мы провязываем 2-3 ряда платочной вязкой. То есть, я перед этим вас учила, что такое платочная вязка. Это лицевыми и лицевыми. Лицевыми и лицевыми. Или же изнаночные, 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 изнаночные. Но мы вяжем лицевыми, потому что лицевыми вязать легко. Итак, первую мы что? Снимаем. Дальше мы вяжем лицевыми до конца. Вяжем лицевая до конца.
Вот. Лицевая, лицевая до конца. Так. 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 Вот так вот. Мы вяжем до конца. Сейчас мы посмотрим. Ну, это и вы вместе со мной вяжите, дорогие мои. Это лицевой мы вяжем. Вот. Видите, какие дырочки получаются у нас? Это очень красивый вот начальный ряд. И у нас будут очень красивые и платья, и юбочки. И да все, любое вязание. Я всегда, чтобы красиво было, всегда вот так вяжу. Так, дальше мы вяжем. Снова переворачиваем и снова вяжем. Вяжем лицевой. Вот мы вяжем снова лицевой до конца. Это у нас получается один рубчик. Платочной вязки один рубчик получается. Вы поняли, мои дорогие вязальщицы? Вот так. Это очень легко делать. Но, к сожалению, многие вязальщицы, даже очень хорошие, это не знают. Это я научилась еще в молодости. Кто-то мне или в книге, или в журналы. Раньше много журналов было, продавалось в магазинах. И там вот этот я вычитала. И я очень часто, вот смотрите, что у нас получается. Видите? Вот у нас один получается. Уже это у нас получается лицо. Тут уже у нас один идет рубчик, платочная вязка. Еще один мы вяжем. Вот. Тоже мы вяжем снова лицевая. Вот получается у нас 4 рядочка. То есть, когда мы 4 рядочка свяжем только лицевыми, у нас получится 2 рубчика платочной вязкой. И вот это у нас будет низ нашего изделия. То есть, он очень красивый будет, не будет загинаться. Очень-очень красиво. А дальше, вот когда мы связали, вот сейчас мы закончим это вязать, и тогда вы можете вязать основной вязкой. Вот даже и шапочки можно так вязать, и рукавички, вот если вы хотите ажурненькие. Вот шапочки я часто вяжу тоже, вот такой делаю утолщенный край, и делаю здесь накиды и изнаночные. И получается очень-очень красиво. Все, дорогие мои, вот мы заканчиваем. Последнюю мы что? Провязываем лицевой. И что же у нас получается? Посмотрите. Как красиво у нас получилось. Вот у нас получился вот такой начальный ряд. Ну, а теперь, когда мы научились вязать вот такую красоту, вот, вы можете использовать это. Вот, кто умеет юбочки вязать или платья. Ну, я пока для начальных занятий, я вас пока буду знакомить с разными узорами, с разными, как делать там пройму, как что делать. Вот. А в следующий раз, я научу вас делать двойную резинку. Тоже очень неизвестная она, эта резинка. Она очень легко вяжется, но она очень-очень хорошая резиночка. Да, кстати, дорогие мои, вот мы связали этот. Вот начальный ряд. Ну, вы можете усовершенствовать его. Сначала, вот я сейчас объясню, как усовершенствовать, чтобы были больше дырочки. Как вот сделать, чтобы были вот эти дырочки больше, и чтобы они более выделялись. Вы сначала вяжете также утолщенный ряд. Набираете тут 2, тут 1. Набираете, переворачиваете, вяжете накид 2 изнаночные, накид 2 изнаночные. Потом переворачиваете лицевой ряд. И вы вяжете, что у вас получилось, лицевая, 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 лицевая до конца. Потом переворачиваете снова на другой ряд, и вы вяжете, где была лицевая, изнаночная туго. Тогда у вас вот эти дырочки, будут крупнее и больше, в зависимости от того, что вы будете вязать. Ну а дальше после этих дырочек вы вяжете платочной вязкой 4 ряда. Раз, лицевые, 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 лицевые. Ну что ж, дорогие мои, вот теперь берите спицы, берите нитки и учитесь вязать утолщенный ряд. Это очень-очень хорошо. Это очень-очень красивое будет у вас изделие. Все, дорогие мои, что непонятно, пишите, спрашивайте. Все, до свидания. Желаю всем успехов. Главное, желание.
Это первое. Второе, это, конечно, усердие. Усердие и усердие. Без труда не выловишь и рыбки из пруда. Все, до свидания, дорогие мои. До следующих занятий.